Просто не одна полотенце или разные? Не-не-не, человека показывать, зачем показывать снимки? Как ходит? Знаешь, как перекосило. Угу. Так, это держите. Вторую неделю не пропускает. А что ж вы раньше не прибыли? Ну, я обычно, я говорю, после армии 27 лет. Обычно проходишься, пропускает и поехал дальше. А сейчас уже не пропускает. И между лопатками тянется, мне невозможно не спать, ничего не делать. Вы присесть, я смотрю, вам больно, да? Ну, присесть, я присаживаю. Так, это вот возьмите, пожалуйста. Да все больно, я даже кашляну, у меня спина так дергается. Снимайте одежду, ложите, сейчас будем делать. Ну, последние два года можно падать. Да, пуговку. Ложитесь. Голова, живот. Не будет. Я их еще подвинул. Ртом вдох-выдох. Еще. Чуть потерпеть, хорошо? Ага. А вот они у нас типа уходили вправо. Прямо в душу смотрят, да? Да. Терпимо? Ага. Надо будет перерыв, говорить и будем делать. Вот мы падаем в руку, как тянет, что использовали мили. Сейчас тянет? Пока не дотянет, ага. Вот так вот по плечу тянет до самого пальца. Так, а ну-ка встаньте сейчас полностью. Встаньте, не торопясь, только не прыгайте. А ну сейчас покрутитесь, повертитесь. Понаклоняйтесь. Вот она как бы правее сюда. Вот. Вроде сначала посередине было. Сейчас правее. Так, что с лопатками? А здесь где-то вот отсюда вот так вот по мысли идет. Сейчас идет, чувствуете, да? Да. Так, чуть потерпеть. А ну сейчас проверьте мышцы на лопатках. Можете покрутиться, прям руки вы поднимать. Да что, смейтесь, мы тоже тут смеемся. Есть еще идет. То же самое? Ну, ток пошел по руке. Ток пройдет. А, все, ясно. Все. А может дернуть? Дернуть потом. А ну сейчас покрутите, повертите руками. Намного лучше стало. А руки вы поднимаете, как руки себя чувствуют? Там отпустила? По-моему, отпустила. У меня кончик пальцев надо снимать. Ну, это, представляете, сколько времени копилось. Сейчас будем спиной заниматься детально. Ну, есть залетечь у них. Тоже воспаленные элементы.
Ну, такая вот натяжка вот прошла, что я говорю, ничего не могу не делать, не спать, не сидеть. Это проблема поясница. А поясницу вторую неделю не пропускают. Ложитесь обратно, сейчас будем делать ее. Надо будет чуть потерпеть, но что поделать. Может, через два? Да. Я об этом сейчас подумал. Без валика мы не справимся. Ну, видишь, боль изменилась. Она тут мы позвонки отпустили, а здесь еще есть. Вот эта натяжка у меня пропала. То есть у нас здесь получается как бы минимум два уровня воспаления, обострений. Что здесь и здесь. Вот здесь сейчас будем с валиком делать, да. Приподнимайтесь, надо под животик это положить. Ложитесь. Руки скидывайте. Надо будет перерыв, говорите. Да, вот оно. Продолжаем? Да, да. Еще один. Так, приподнимайтесь. Ложитесь обратно. На спинку ляжьте, пожалуйста. Не больно переворачиваться? Да ну не так, как было. Все, все, все. Расслабьте. Расслабить я тут держу. Отпустите, полностью. Вот, да, да, да. Сколько вы говорите, уже не попускает спину времени? Так, сейчас дерну, не бояться, просто расслабиться. Лежим, 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 расслабляем. Давайте руку, 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 руку. Зубки вместе. Болит? Да нет, боли такого утра нет. Еще чуть-чуть. Ноги шире. Теперь ноги вместе сжимайте. Вместе. Еще сильнее. Все, 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 все. Ложитесь, ложитесь. Шейку мне отдайте полностью. Еще чуть-чуть. А ну чуть-чуть. Ну, присаживайтесь на край, только боком старайтесь встать. Вставать не больно было? Ну чуть-чуть долететь, что ли. Голова не кружится? Вы шикарно терпите. Сейчас встаньте полностью. Да. Так, а ну сейчас спину попроверяйте. Посмотрим сейчас. Что изменилось? Более острая осталась или нет? Или то же самое осталось? Ну, на помягче боль стала. Вроде такая острая. Ну, то мы в этом щите сделаем.
А, ложитесь обратно, так же. Сейчас мы копчик глянем. Руки можете под голову, если хотите. Вдох-выдох. Еще. Хорошо, отлично. К нам уже будут пациенты приходить, которые для профилактики хотят. Если мы сидим, мы так вам ходим, здесь работаем, когда время. Или когда время есть. Я вообще никогда не мог. Сейчас понравится, будет ходить. Ну, конечно, для профилактики вам даже... Когда не болит, разгружается все легко, свободно. А после каких болей? 2-3 раза. И видите, делается обычно не так жестко, как вам делается. У нас сейчас обострение сильное. Нам необходимо позвонки все развернуть. Обычно все мягче у нас происходит. Вот его уколы кололи. Вот. Пошаряет, попускает, и все. А сейчас не попускает. Вот, 2-3 раза заставляет. Один. Вот она потом и работа, все становится, да? Да. Я привет, я еду на работу. Блин. Тут чуть-чуть еще. Вы уже привыкли, да? Да. Уже потому что сняли это. Напряжение, оно не так уже чувствительное. Полил руки и тупо. Это пройдет. Что такое? Да ничего, нормально. Нормально, все хорошо. Руки под лобик ложите, чтобы шейка была. Угу. Потерпеть чуть-чуть. Еще немножко. Да, очень тихо. Это на второй зоне, да? И у нас просто были люди на обмене опытом. Вот. Там много было разбора всего, это суета. Сейчас прям чувствуется, что прям... Кайфово. Тебе нравится? Увидят они видео потом. Рады, да?
Они не скоро видят. В ноябре. Она выйдет тогда. В ноябре, да. Мы им сейчас пожелаем, чтобы его пути дали все дороги. Только чуть-чуть диковато, конечно. На бок ко мне лицом ложитесь, пожалуйста. Руку под голову. Да. Вдох-выдох. Еще легче. На другой бок потихонечку, не торопясь. Для этого швы и прибыли, чтобы было проще. Вот вы чувствуете, что воспаление, оно уже схватилось, а позвонки-то все раздвигаются, конечно. На спинку. Присаживайтесь на краешек, пожалуйста. Боком старайтесь вставать. Сюда боком. Это самое все успокоится, это кровообращение. Потому что мы лежали. Глаза закрыли. Так, чуть-чуть вниз. Помните, да? Сейчас потерпеть. Терпимо. Угу. Погрузите шейки по большому кругу. Проверяйте, как она сейчас себя чувствует. Есть. Так, кроме того места, где еще посмотрите. Ну, так все наполняет здесь. Ну это воспаление еще. Вот так грудно. А ну сейчас проверьте клин. Ну, вроде как, налетели чуть-чуть, ну, со мной. Вам посильнее надо. Нет, вот здесь. Как Леша. Сейчас проверьте. Еще легче, да? Я теперь думаю, здесь. Ну, то другая ситуация. А здесь как? Ага, мысли-то. Ага. Сейчас. Вот чуть-чуть долетел вот здесь, а мы все равно допустим. Вот здесь и долетел. Да? Ну, это внутри тоже элементы воспаления. Да, ну, болит, да. А как похоже его забрать. Так, давайте глянем, что за спиной. Вставайте, не прыгайте. А ну сейчас походите, покрутитесь. Можете пояс одеть, если хотите. Мы там уже на пределе прошли. Ну, с тем, чтобы было на позволение. Можете сейчас присесть, как вы встаете, как это, походите, как вообще ходить. Походите. Первого раза все нельзя, иначе. Проще ходить. Да, намного проще. Писать очень много. Это забирает. Ну, да. Сильное воспаление, но видите, как перекосило аж. Ну да, в каких-то случаях вот так вот чувствую. Да, то воспаление осталось. Больше, да. Да, ванну с солью сегодня надо будет. Завтра. Завтра, я про еду забыл, да.
Как руки? Руками покрутите, повертите. Вы вдвоем из такой ситуации. Ну, тоже залетел здесь уже. Ну, это тоже, это воспалительные моменты, там очень... Здесь еще шнапутская. Да, еще что-то. Потому что у меня тянула мышца, как тянул кто-то, позапирая. Это уже прошло у меня. Так, присаживайтесь, пожалуйста. Два дня стараться ничего не делать, беречь себя. Да, ситуации вот такие вот. Бывает. У нас обычно что-то одно у человека, да, вот? Да, или там, или там, да. А у вас и тут, и там, и мышцы, они все вот. Ну, ванна соли обязательно завтра. За солью выкупа. Дай Бог здоровья, можно одеваться. Только не прыгать.